Саранча. Одна из бед сельского хозяйства. Когда возникают благоприятные условия, из личинок, лежащих в земле, появляются миллионы маленьких саранчей. Их называют прыгунами, потому что летать они пока не могут. Их движение напоминает бушующую реку, которая может растянуться на километр и более в длину. Они пожирают всю растительность, что им попадется. Через 5 недель у саранчи появляются крылья, и вся эта орда поднимается в воздух. Следуя за потоком ветра, в день они могут преодолеть до 80 километров. Такая туча буквально застилает небо и стоит пугающий гул. Такой рой появляется из ниоткуда и исчезает в никуда. Как только источник пищи пропадет, весь рой умрет. На этом канале вы увидите короткие интересные ролики из мира животных. Если нравится подобный контент, то подпишитесь и посмотрите другие ролики на канале.